Нальчике в 2016 году в санатории «Радуга» состоялся республиканский этап всероссийского конкурса «Семья года». Его цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, содействие распространению положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны. Семья народного мастера России, руководителя народной студии «Арджин» Фатимат Хасанбиевны Мазлоевой достойно представила Прохвадинский район в самой сложной номинации конкурса «Семья. Хранитель традиций», набрав 56 баллов из 60 возможных. Более 20 лет Мазлоевы занимаются возрождением старинного адыгского промысла «Арджин» – плетение из камыша. Искусство плетения циновок и изделий из кукурузных початков Фатимат Хасанбиевна научилась у народного мастера, старейшей жительницы села Алтут Кушхажумаровны Бжаховой. Уже 20 лет Фатимат Хасанбиевна обучает этому ремеслу детей и молодежь по авторской программе, рассчитанной на 3 года. Творчество воспитанников Фатимат Хасанбиевной отмечено грамотами и дипломами на региональных и всероссийских конкурсах. Опыт, знания и любовь к декоративно-прикладному искусству Фатимат Хасанбиевна передала и своим сыновьям. С момента создания студии супруг Замир Хабасович и сыновья Рустам, Руслан и Аслан являлись ее опорой во всех начинаниях. Материал заготавливали всей семьей, чтобы камыш приобрел золотистые оттенки. Его сушили на солнце, чтобы сохранял первозданный зеленый цвет, хранили в тени. Семья продолжает радовать земляков великолепным искусством предков. К радости Фатимат, средний сын Руслан возвел плетение циновок в ранг профессионального искусства. Он – член Союза художественников Кабардино-Балкарской Республики. Авторские выставки мастера по художественной обработке растительных материалов Руслана Мазлоева пользуются огромной популярностью в Кабардино-Балкарии и за ее пределами.